Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гога2211, это новое видео на моем канале. Сегодня, ребят, мы будем играть в Roblox. Вы соскучились по этой игре, я уже знаю, просто вам надоел, наверное, Brawl Stars. Я тут нашел один плейс, я уже в него играл, называется он Flex Your Account Age. Я вот вижу такой аккаунт, тут, ну, игру. Тут 2 миллиона визита, и сейчас играет там 93 человека. Максимум 40 человек, и создан он в 2020 году. Уже за несколько месяцев 2 миллиона визита. Ну ладно, давайте поиграем. Я в эту игру заходил. Вроде там надо что-то симулятор какой. То. Вот, смотрите. Смотрите, вот тут все люди находятся, да. Что у нас тут? Make it 6-4-3 секунд. Да, и как по мне кажется, это симулятор, когда мы зарегистрировались. Например, я зарегистрирован в 2017, но то, что это 2018 меня над головой делает, это пойму... Блин. Это пойму только те, которые... смотрят часто мой канал и олд. Потому что меня забанили, когда я только регистрировался в Roblox в 2017. Так вот, смотрите, давайте посмотрим. Или вы это слышали? Но, ребят, я извиняюсь, я забыл предупредить те, которые были в наушниках. Пожалуйста, снимите свои наушники прямо сейчас. Снимите. Они вам сейчас не нужны. Так, чё, когда все зарегистрировались? Все челы зарегистрированы тогда же, как и я, в 2017-м. Один лайк, одна вещица у него в инвентаре. Так, о, что я... Что тут происходит? Ой, боже. Кастрюли какие-то летят. Так, ну что у нас тут? Кастрюли летят, так я вижу. О, ничего себе. Ой, блин. Ну нафиг, ой. Ой. Опа, опа. Черт, черт, черт. Ай. Что это было? Ладно, погнали, я на этом поле. Кастрюли какие-то летающие. Также мы видим тут башни. Это, наверное, башни тех, которые развиваются люди. Но, к сожалению, мы не можем зайти на эти башни. А, эти башни на фолловеры. Должно быть 100 фолловеров, и эти люди смогут зайти на эти башни. Но я, ну, я даже не знаю, сколько у меня фолловеров. А, 10 тысяч фолловеров. Да сюда может зайти админы или Джон Доу. Хоть Джон Доу уже около 3 лет не играет в Roblox. QA-тестер. Что за QA-тестер? Я туда тоже не могу зайти. Хм. Странно. А куда же я могу зайти? А куда же я могу зайти? D-Forum. Что это означает? D-Forum Member. 2020 Older. Короче. Вот сюда я могу зайти и сюда могу. Наверх я туда, наверное, тоже не могу зайти. Ах, боже. А, Builder. Ладно, вот такая вот у нас игра. Ну, не сказал бы я, она такая классная, просто для проверки зашел сюда. Но это игра для олдов, которые играют давно еще в Roblox. Это как бы для меня. Но я не олд, я не олд. Потому что я в Roblox еще в 2014 зарегистрировать, но, как бы сказать, мамка мне не разрешала, потому что я еще тогда был ребеночком или уже нормальным челом. Ну как, 7 лет это... Так сказать. Ладно, йо-йо. Ой, ёлки-палки. Этот Альбус Дамблдор зарегистрирован в 2008 году. Офигеть. Странно, а почему он зарегистрирован в 2008 году? Он сейчас на R6 анимации, так еще и квадратный. Все старые челы, которые зарегистрированы там в 2008 или 2009, они все квадратные. Смотрите, тут алды квадратные. Вот, видите, алды. А, ну,
Они тут все квадратные, кроме меня. У меня один тут нормальный скин. Не квадратный, не какой-то там жути нагоняет. Йо-йо, ой, ёлки-палки, где? Где его башка? Боже мой. Странно. У него голая башка и всё. Что? Так, ладно, посмотрим, сколько стоит скин этого йо-йо. Мне интересно. Так, йо-йо. Так, ветеран у него. Ветеран. Ветеран. Так, сколько? 550 робоксов. 550 робоксов. О, смотрите, это же мистер Туалет. Мистер Туалет. О, какой он урод. Вы посмотрите, этот мистер Туалет. Все, я сюда переместился из-за того, что я на топ-чайник прыгнул. О, боже. Open air, open air. Ой, блин, что? Что за хрень? Что за хрен тут? Ханкок. На меня летит. Help me. Так, сюда прячем. Все, йо-йо-йо. Йо-йо-йо. Быстро уходим. Там финиш. Я на финише. Я выиграю. У меня есть бейдж. Все, кто тут король? Кто тут король нафиг? Эй, люди, вы тут. О, смотрите. Тут можно на вагонетке кататься. Короче, странная игра. Да, понимаю, тут надо развиваться. Хорошо. На своих аккаунтах, какие у них года, что у них такого. 2008, 2019, всем пофиг. Он 2013, он 2019. Но все равно они квадратные на анимации R6. Ой-ой-ой, что? Что, он такой маленький. Он такой маленький. Sword. Люди, sword. У меня есть sword, это значит меч. Я этим мечем должен завалить этого мелкого поцика. Йоп. Юпи, юпи, эй, 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 иди сюда, эй, эй, эй. Оу! Ха-ха, да попробуй меня убей, мелкий засранец. Ладно. Подняли наверх. О, кто-то в 2020-м. Стоп, 2020. 2020. Я его завалил из-за того, что он был первый анимация. Ладно, ребят, давайте закончим на этом видео. А давайте еще поищем Luxury Account Age. Ну, другие такие игры, там, где по годам все. Вот, Luxury Account Age. Flex, yo. Короче, только есть одна игра. Все. Если вам понравилась эта игра, так, это кто? Это волк. Что за волк? Лайк, если хочешь каникулы на 52 месяца. Да, я хочу, чтобы ты выучил русский язык. Он даже мне лайк поставил, о боже. Ну, прикол, ладно. Всем adios, amigo. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Сейчас я выложу этот ролик на мой канал. Вот, посмотрите. Вот он, мой канал. Ребят, давайте набьем 2 подписчика, у нас уже будет 100 подписчиков. Тогда я задоначу себе 1000 робуксов и сниму видео, как я трачу 1000 робуксов. Постараюсь потратить не впустую, ведь мой прошлый ролик на робоксы где-то был он. Ой, черт. Brawl Stars, я тебя ненавижу. Вот, где-то он тут был.
Это он тут, где-то тут, где-то тут, короче, был. Я его увидел, я его видел. Вот, трата 400 робоксов. Я там тратил 400 робоксов. Вот, и сейчас покажу, какой у меня скин получился из всего этого говна. Вот такой. Я был в противогазе. И мне это никак не мешает. И сейчас посмотрите на мой скин, вы сейчас видели. Вот такой вот скин. Он тут везде бесплатный, только лицо, шарф, штаны и кофта за деньги. Остальное все бесплатное. Ну, анимация, да, не бесплатная, она стоит целых 750 робоксов. Всем одессам.